Друзья, приветствую всех вас из Фикспрайса. Давайте прогуляемся со мной, посмотрим, что здесь есть интересного. Керамические кружки 360 миллилитров. Это новинка. 149 рублей. Это тоже керамика. Объемом немножко побольше. 380. Цена 99 рублей. Три цвета. Суповая глубокая тарелка 23 сантиметра диаметром и объемом 750 миллилитров. Это опаловое стекло и производство Иран. Цена у нее 174,50. Красивый рисунок. Из этой серии есть еще большая плоская тарелка для подачи за 174,50. Диаметр у нее 26,5 сантиметров. Так, и, друзья, смотрите, еще десертную нашла. 19,5 за 124 рубля. В общем, три тарелочки из одной серии. Вместе, конечно, здорово будут смотреться. А вот это уже фарфоровые кружки объемом 410 миллилитров. Веселые ромашки. Стоят 99 рублей. Керамические минажницы диаметром 25,5. Снова повторяю, такие уже были. 199 рублей. Яркие силиконовые формы для выпечки. Вот такая большая, смотрите, диаметр 26,5, 174,50. Такие за 124, 19 сантиметров. Здесь силикон поплотнее. А вот эту как раз я не видела. Форма для кексов или пирожных. Но здесь силикон уже тоненький. 149 рублей. Такие симпатичные кактусы. Оригинального дизайна женские носки. Размер у них с 35 по 39. Это Китай. 63% хлопка. Остальное все синтетика. Есть зебры и лошадки. 149 рублей. Небольшая сумка с короткими ручками. Нет никаких ремешков. Внутри есть карман. И спереди тоже есть кармашек. Застегивается на клепку. По цветам есть темно-синие, серые и розовые. 299 рублей. Красивые новые косметички. Посмотрите, какой материал. Кажется, что он как будто бы бархатный. На самом деле это полиэстер. И 40% хлопка есть еще в составе. Черный цвет, розовый и вот такой светлый. Внутри есть подклад. Ну и застегивается на молнию. Небольшая косметичка. Гель-бальзам для мытья посуды от Синергетик. Вот такие ароматы еще не приходили к нам. Розмарин и листья смородины. И второй это сочный гранат и абрикос. 500 мл 116 рублей. И есть еще сочный апельсин и сочный лимон. Влажные салфетки для снятия макияжа с мицеллярной водой, гелем алоэ и ионами серебра. Подходит для всех типов кожи, удаление макияжа, очищение и увлажнение. Упаковки разные, но состав один. Стоит 59 рублей, 60 штук в наборе. Зубная паста от Luxe Light Dental. 100 грамм здесь. Есть с женьшенем, лечебными травами, кокосом и морскими водорослями. Цена 79 рублей. Неплохая цена на шампуни от Palmolive. Защита волос, мед для сухих поврежденных и миндаль тоже для сухих и поврежденных волос. Объем 450, цена по карте фикса 149 рублей. Штора для ванной от Bath Republic. В наборе есть кольца. Размер у нее 180 на 180 сантиметров. Ну и по рисункам смотрите. Кораллы, звезды и вот такой вариант. Стоит 299 рублей.
Деревянная вешалка от Home Time. Это Китай. Выполнена очень даже аккуратно. Обожаю такие вешалки. Не знаю, почему именно деревянные. 69 рублей стоит. Ух ты, какая новинка в игрушках. Посмотрите, надувная лодка. Игровой набор в наборе с насосом. Плавает на воде. Надувай и устраивай соревнования. Здесь есть инструкция. Да, на такую бы и я посмотрела, как она плывет. 199 рублей. Есть и другие цвета. Снова появились в продаже вот такие коллекционные большие игрушки. Фигурки животного за 149 рублей. Динозавры есть. Вот такое крокодилище зубастый. Заяц. И вот такой зверек, я не знаю, кто это, похоже на шиншиллу, но я не уверена. Подсказывайте, друзья, если что, если узнали зверька. Все по 149 рублей. Сад-огород, смотрю, новинок прибавилось. Вот такая сумка-холодильник 25 на 26 на 29, 174,50. Застегивается на молнию с ручками. Красивые яркие цвета. Смотрите, коврики для пикника складываются в удобную сумку 100 на 150 сантиметров. 149 рублей. Есть еще клетка. Садовые секаторы двух видов. Вот такой за 99. Вот этот 124. Ну и цвета ручек можно выбрать себе на свой вкус. Есть и красные, и зеленые. Даже привезли специальный коврик для пересадки растений. Размер 66 на 66 сантиметров за 116 рублей. Так, что тут еще вижу? Подвязка садовая на липучке 5 метров. И садовые крючки 124 рубля. Вот это уже садовый декор, набор светящихся камней для сада. Камушки из, по-моему, полистирола. Да, полистирол и люминесцентный порошок. Стоит такой набор 62 рубля. Вот это тоже очень интересная новинка. Хомуты для подвязки растений на двухстороннем скотче. В наборе 30 штук. Есть зеленые и белые. И смотрите, как можно украсить стену вьющимися растениями. Это, конечно, не только для сада, но и для дома вполне подойдет. Так же, как и светящиеся камушки. Стоят такие хомуты 69 рублей. Много новинок, конечно, в сад-огород. Смотрите, светильники на батарейках солнечных 44 сантиметра высотой, 199 рублей. И в виде вот таких кошачьих лапок, или не знаю, какого тут животного, 116 рублей, также на солнечной батарее. Но они совсем короткие. Вот. Так, также еще привезли плодовые кустарники. Давайте смотреть, что именно. Смородина красная, ненаглядная. Так, есть еще малина Атлант, малина Бальзам, черная смородина Пигмей. Так, это жимолость, сувенир. Крыжовник сливовый. Виноград Краса Севера и крыжовник желтый. Вот эти саженцы стоят 299 рублей, а эти за 249. Не знаю, почему такая разница. В этот раз садовые фигурки просто загляденье, друзья. Посмотрите, никогда такой красоты к нам еще не приходило. Есть лягушки и мальчики, и девочки за 249 рублей. Гномы. В шапочках из вот, клубника, по-моему, виноград. 174,50. Ну, котиков мы с вами видели. Гуси вот эти были и в прошлом году. И новинка еще пришли вот такие ежики симпатичные за 199 рублей. Очень мне понравились.
Можно их и домой, конечно, прикупить. Друзья, на этом все. Вот такой небольшой обзор. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Всем хороших выходных, хорошего настроения и пока-пока!